Всем привет, с вами Роман. Мы продолжаем прохождение торговых империй. Вот этот сценарий исторический, что-то будем сказать сложно, потому что определенная страна нам не дается, только область. Поэтому начнем. Так, начнем откуда? Давайте вот с этой области, с долины Инда начнем. Паузу выставим. Посмотрим, что у нас тут есть на карте. Лесопилка, поле льна, сердолиповые копии, ячменное поле. Так, это храм. Значит, храм уже построенный у нас имеется. Можно туда начать уже поставлять что-то. Установим. Так. Рынки. Торговые ряды, да? Или так, конюшня. Так, это на что? Поле льна. Чменное поле. Значит, меня по-любому там не хватать будет. Так, а если мы вот так сделаем, то его будет хватать. Да. Будем более дорогостоящий товар использовать, чем лен. Так, станции, дороги. Теперь нам нужен сердолик. Так, он у нас производится вот здесь. А нет, штаб-квартира, сердолик, вот он. Поближе нигде у нас нету. Ну ладно. Так, тут и лавки обычно хватит. И дороги, наши дороги. Тож, пускай пока у нас сердолик добывается, чтобы цена на него здесь немножко упало. 100. А здесь цена на него тоже 100. А здесь пускай цена растет. Пока мы посмотрим мебель, да? Нам нужны лесопилки. У нас имеется лесопилка. Здесь же можно построить деревянную мастерскую какую-нибудь. Станции. Сначала рынок построим, лавку и производителя сталера. Так. Пускай тоже пока начинает изготавливать мебель, которая у нас пойдет в будущую столицу. Так, чуть не хочешь дальше строиться. Где столица-то? На этой стороне. Ага. Да, подтверждаем. Ячменя уже хватает. Население пока не появляется. Ну ничего, сейчас начнется поставка мебели из сердолика. И появится какое-нибудь население. Так, тут дерева не хватает пока. Ну ладно. Так, сердолик. Цена его 102. А тут 93. Угу. Так, а если его из двух мест поставлять? По идее, здесь цена будет маленькая. А вот здесь будет расти. Как бы сделать торговлю, чтобы здесь закупался, здесь. Но когда он закупится здесь, чтобы не хотел продать себя далеко вот тут. Это мне интересно. Торговые ряды не охватят. Не хватит дальности. Ну ладно, пока создаем первый маршрут торговый. Так, вот за животное. Ориентирование. Нет. И создадим маршрут. Южный Ранпур.
покупает Сердолик и везет его Махирджадара. Добавим рынок. Так, и напишем все это дело. Сердолик. Да, сохранить. Пускай наш первый торговец отправляется. Так, управление. Ну, отправить. Посмотрим, сколько нам денег начнет приносить, привозить. Мебель начинает. Так, 90 стоит. Здесь 97 дают. Так, значит, северного Калибага, мебель, этот самый южный Ранпул, да? Нет, это Махирджада. Так, и все тут пишем. Так, мебель. О. Да, сохраняем, тут же торговца возьмем. Ориентирую, не, выносливость. Инструкция для него. Мебель. Отправить. Давайте посмотрим, что из этого сейчас выйдет. Так, ну, пока посмотрим, какие тут потребители еще есть. Ну, технологии не видать. Конюшни потребляют ячмень. Так. Скорость может, пожалуй, увеличить. Так, беги. Так. Эй, ты куда? Вот сюда беги. Ага, прибыль принес. А, Сердолик. Все-таки цена там на него будет все равно так больше держаться. Значит, у меня здесь прилично, а народ почему-то появляться не хочет. Да чего-то не хватает. Льняную одежду, наверное, привезти. Ага. Сердолик пока не нужен, но все равно в плюсе будет все это дело. Мебель на рынке есть. Вот и не востребована так сильно мебель пока. Так. Льняная ткань, это у нас ячмень. Стволер, так. Вот у нас здесь лен добывается. Мастерская ткача тут же. Начинаю производить. Мы пока дорогу построим. К рынку дорогу. Так, что с льняной одеждой? Ага, у нас население появилось, соответственно, которому мебель нужна будет, ячмень. То есть цена на мебель еще должна будет возрасти. Так, торговцы. Ну, это сейчас еще мебель продаст, нормально плюс выйдет. Так, здесь пускай производят ткани. Что еще народу нужно? Угу. Пока вроде все нормально, население растет. Ой, ячмень. Скоро на него там цена начнет расти. Так, ну пока еще не выросло. А, мебель пока особо как-то денег не приносит. На Сердолике наживаемся. Так. Вот, отлично. Можно начать возить ткань. Следующий маршрут. Нам предлагают постоялый двор. Да, приобретем. Так, станции. Так. Так. И вот здесь тоже. Так, подтвердить. Еще не нужно будет. Тут. Где-то у нас самый нижний город.
А тут же прокачаем дороги. Так, что у нас денег мало становится, надо. Так, торговец у нас есть, надо нанять торговца. И создавать маршрут. Так, это у нас ткани был, да? Так, северный Маджидара. На лошади. Значит, будешь покупать ткань. Вести сам Маджидара. Так, сохранить. И сейчас мы это все... Так, вот это у нас. Ткани отправляем. Так, сейчас. Лошадь не может привозить дополнительный закупленный груз. Так, это наконец мебель в ноль вышел, вот что-то радует. Так, о, прибыль стал приносить. Там, ткани, ткани, ушел за тканями. Так, население с ячменем пока все нормально, сердолика тоже хватает. Значит, население у нас, видите, потихоньку растет. Угу. Сейчас 9 будет. Так, пока у нас народ все закупает, все нормально у него. Ага. А мы посмотрим пока, что здесь есть дерево. Так. Видите, мы можем в другую локацию переместиться. Здесь только ячмень и одни лесопилки. Так, денежка идет, да? И, пожалуй, мы можем еще один город сейчас будет построить. Так, для этого нам понадобится прилично денежек. Город у нас будет вот здесь вот. А, это неровная поверхность, что ли, болото какое-то. Давай его воткнем где-нибудь. Где бы его воткнуть-то? Вот тут. Рынок, лавка. Так. И также мебель надо будет его обеспечить. Производители. Столяр, начинайте работать. А здесь потребитель, храм. То есть скоро тут у нас второй город вырастет, как только у нас хватит денег на торговцев. Так. Потому что, вот видите, у нас даже на дорогу не хватает сейчас. И просто она сильно длинная. Так, где-то у нас здесь станции построены. Поставила дворы везде. Так, на маршруте. И вот тут. Тут больше всего сейчас на мебель делается. На мебели, на тканях. Спрос на них большой. Цена на них больше, чем здесь. Все нормально. Тут и льна начинает не хватать. Так, подождем, пока деньги накопятся на торговца. Чтобы они начали уже возить груз. Так, сердолик. Так, вот мебель. Ага, мебель уже есть. Вс
Хорошо. Торговый маршрут. Так, ну-ка. Чтобы название не писать. Мебель 2. Так, Восточный Калибаган. Где он? Вот Восточный Калибаган. И Рагбур. Рагбуры. Сохранить. Так. Стоять. Тут с инструкциями. Вот мебель 2. Сейчас еще один торговец нам нужен. Так, нанять. Сначала нужно, мы выбрали торговый маршрут. Также используем готовое название. Сибдалик 2. Из юго-западного Рагбура. Рагбура. Так, вот он. Повезем. Так, сам Рагбур. Сохранить. Теперь выдадим инструкцию ему. Всегда легко отправить. Все, по идее, сейчас. Они должны начать работать. Мы будем получать уже из двух городов деньги. Так. Население уже 14. Скупит продуктов. Скорость цен на ячмень могут начать расти. Они сейчас уже выше, чем были. Так. Это все скупается. Так, изготовление инструментов принять. Почему-то население тут появляться пока не хочет. Ведь меня уже довольно прилично. О, первые дома появились. И народу от нас нужно уже еще другое. Так, обсидиановые копии. Угу. Так, ну вот, имеются обсидиановые копии. Так, и что нам нужно? Инструменты, да? Лавка. И так, изготовитель инструментов. Обсидиан и дерево ему нужно. И дерево оттуда можно закупать. Ага. У нас не хватает уже ресурсов. Новенько. Ну что, сейчас торговцы принесут. Хотя инструменты можно было бы прямо в городе изготавливать. Если собственная станция, то, по идее, вся прибыль нам должна идти. Сбыт продуктов. Так. Сейчас дерево тут. Начнем. Так, дерево, дерево. Ой, не то. Так, сейчас бы еще правильно настроить торговый маршрут, чтобы у нас это все работало и не запиналось. Так, объединим. И сюда же. Станции, постоял и говорил, откнем. Сюда же все это дело. Так, сбыт продуктов. Красноречие пускай будет. Так. О, денежки идут. Так. Угу. Теперь строим. Так, а может это тут производить? Ладно. Изготовитель инструментов. Сейчас цены на дерево начнут расти. Угу. Теперь настроить маршрут.
Дорога. Нужно напрямую. Отсюда сюда. Теперь будем с маршрутом мучиться. Значит, так, пауза. Торговец начинает отсюда. Так. Или все-таки проще будет двух торговцев нанять, чем мучиться со всем этим. Так, пишем дерево. Дерево. Из западной Джуджидары. В столицу. Так, Махинчару. Да, сохранить теперь. Обсидиан. Так. Так, где он там северненький? Тоже все в столицу. Так, Маджаба где-то, гребаная. Маджаба, Маджаба, вот, Маджидара. Все. Теперь. Торговца двух. Он. Так, куда? Маршрут не задан. Инструкции. Дерево отправить. Маршрут не задан. Обсидиан отправить. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. По идее, все это должно прибыль приносить. Тут у нас показано, сколько это денег приносит. Так, остановим пока. Так, везде дерево. Так, обсидиан приехал, и начинаем все это дело. Ага, видите, денежку-то все равно приносит, за счет того, что у нас инструменты дорогие. Да и торговцы сейчас не она... Так, стоите, вот их список. Так, обсидиан. Да и торговцы сами тоже прибыль приносят, хоть небольшую. В сравнении с лавкой. Но все равно. Так, столица у нас не растет дальше. Не хватает ячменя. Так, сейчас найдем. Посмотрим, что у нас тут. Слоновая кость. Во. Так, городок тут небольшой. Пожалуй, дальше мы его развивать не будем. Пока не найдем. Здесь столица торговой слоновой кости. Вести придется ее, наверное. Ой, вернусь к ней. Из Египта. Так. В чем там слоновая кость? 140. Сначала с сольном разберемся. Так. Вернее, ячменем. Вот ячмень у нас. Так, рынок, торговые ряды. С паузы снимем. Пускай ячмень у нас производится. Торговец сейчас дорогой будет. Красноречие. Так, цена на ячмень пускай пока падает. Нам надо искать, откуда нам добыть слоновой кости и привезти еще к нам. Блин, на обсидиановом копе слоновой кости нету. Ладно, ну тут-то вряд ли слоны есть. Блин, опять не та кнопка. Афганистан, Загрос. Тоже слоновой кости нету. Да блин. И тут тоже нет нифига. Так, ну где нам ее достать, интересно? Здесь ее так.
Здесь ее тоже нету. Так, может, технологии надо? Тоже нет технологии. Значит, еще не появилось. Так. Тут цена на ячмень у нас упала до 16. Здесь она уже 26 стоит. Красноречие. Так, значит, ставим торговый маршрут. Так, закройся. Западный Харабы, где она есть. А, и надо сначала воткнуть станцию. Вот она. Ячмень. Столицу. Так. И... Так, а как че-то написать? Пускай будет так. Сохранить. И торговцы. Вот бы он еще окупился потом. Отправить. Так. Ну тут все торговцы уже окупились. Так, за ячменем там у нас ушел. Добыча медной руды, возможно. Так, принять, да? Выплавка. У нас медная руда тут есть. Медные рудники, да, есть рудники. Тут в горах есть. Есть медь и дерево тут заодно. Ладно. Медь имеется. Что мы из нее строим? Мы ее плавим, да? Медные слитки. А куда их потом? Для чего они нужны-то? Народу медные слитки пока не нужны нафиг. Но мы пока, пожалуй, начнем их производство. Так. Плавильня, да. Пускай пока строится. Ага, вот изготовление стрел. Стрелы. Изготовитель стрельника. Ему нужны медные слитки и дерево. О, то есть мы сейчас расширим рынок. На нем сейчас уже дерево производится. Лакуша приобрести. И стрелы. Пускай тут стрелы строятся. Вернее, сами производятся. Так, стрелы есть. Цена на них падает пока. Ну ладно. Пускай. Город. Население 13. Что, не надо, ячмень вроде везут, у меня будет есть. У меня, ну, ткани не хватает. Стрелы кто потребляет? Народу, то есть стрелы нужны обычные. И они довольно дешевые будут. Так. По крайней мере, они показаны дешевыми там. Видите? А может, это требуется так мало просто? Так. Стоим торговый... А, нет. Станцию сначала откнем. Торговый маршрут. Так. Теперь. Так, рынок Наушара. Волокуша. И до столицы. Так, здесь стрелы. Пускай сейчас название дадим.
И вы сохранить. Это наш торговец. Стрелы будут являться, наверное, армейским инструментом. И пускай он их начинает возить. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, а где наш ячмень-то возит? Он еще даже собственный наем не окупил. Так. Стрелы. Вот он, стрел. Так, бежит, бежит. Закупился, значит. Что он обратно не двигает? Он их тут продать хочет, что ли? Ой, чукча. Становим производство. Лучше все стрелы будут покупаться здесь. Поэтому я торговый маршрут уберу. Так. Торговый маршрут. Где там эти стрелы? Так. Стрелы. Удалить. Все, с этим разобрались. Пускай те свои стрелы сами покупают. Производство я остановил. Повильни. Так, технологии. Ювелирное дело и каменная кладка. У нас все равно сейчас денег нет. Все потрачено, блин. Стрельник, мастерцов, ювелирная мастерская. Ювелирная мастерская довольно хорошо так можно получать. Жемчуг, серебро. Интересно, у нас тут жемчуг-то есть? У нас и жемчуга нету. Жемчуг, жемчуг. Ой, зиккурат. А, типа храм. А жемчуг нигде взять. Вот жемчуг. Почему он на карте не показан? А, нет, плантация жемчуга. А я просто жемчуг ищу. Селение дикарей. Ну-ка. А вот здесь слоновые кости надо покупать. Разобрался. Сейчас посмотрим на нашей карте. Вот есть селение дикарей. Так. Найти бы их. Ага, вон они в самом низу. Ну что ж. Значит, будем отсюда вести слоновые кости. Дорогу сначала. Что-то я там со стрелами с этими. Забыл же, что как только несколько товаров там появляется, у нас сразу народ начинает там селиться. Не учел. Так, значит, торговый маршрут, значит, восточные аравали, слоновая кость и столица Махенджо-Джаро. Так, бивни пишем. Так. Так, бивни. Да, сохранить. Пускай наш торговец освободившийся
бивнями лучше торгует. Стрелы у него не берут. Как-то же можно заставить его выкинуть все это дело. Инструкция. Торгуй бивнями. Стрелы придется бросить. Уж хоть на бивнях сейчас деньги принесет. О, дворец. Сейчас мы тут еще дворец построим. В столице, правильно? Значит, цены на бивни, по идее, скаканут. Они уже скаканули прилично так. Инструменты тоже дорого уходят. Так. Походу, цена на них падает. Так. Давайте остановим производство пока. Чтобы цена там поскочила немножко. Население у нас 13, так дальше не растет. Где там наш перевозитель бивнев? Так, бивни. Ага, денежку он с бивни получает. Теперь жемчуг. Так, закройся. А у нас вот плантации жемчуга, наверное, и нет. Придется все-таки в Месопотамии закупать жемчуг. Так. Значит, берем жемчуг отсюда. Тут у нас серебро есть. Серебряный рудник. Далеко. Проще отсюда чисто жемчуг взять. Так. Всем придется вот так вот вести. Может, здесь жемчуг есть? Нет, здесь негде. Да и на него, и без жемчуга. Вот эти хреновенько. Серебряный рудник. Как раз по дороге. Все равно так и так вести, как говорится. Подтвердить, да. Так и так вести. Жемчуг. Да понял, что проектирование завершено. Где тут дорога-то? Вот она. Так, и... как-нибудь соединить их, что ли? Ага, и все, и деньги закончились. Придется ждать, пока построят. Вот. Ой. Наторгует. Так, теперь мне нужна прибыль. Боевые искусства. Нам-то на эти проекты денег пока не хватает. Южный Арат. Арат. Так. Так. Где у нас плавильня-то? Вот она. Ну и... имя нее. Все, можешь начать производство. Так, половине. Станции не забываем строить. Так, тут пока начинает строительство. Ой, самое. Плавится все это дело начинается. Мы должны перейти в Месопотамию.
Так, где переход-то? Грунтовая дорога. Так. Ювелирная мастерская даже имеется. Но на строительство там может не хватит, давайте аккуратно. Как это устроить? Так, денежка идет. Там наши торговцы делают. Здесь спросим все это дело. На мебели больше всего денег выходит. И на ткани. Добыча золота. Так, тропа. Где-то тут у нас. Та-дам-та-дам. Лавка. Точно, жемчуг начинает производиться. Так, постоянно тоже. Так, давайте вернемся сюда. Так, здесь построить надо будет мастерскую. По производству этих. Украшений. Устанавливать производство всего этого. И здесь тоже. Только минус приносит. То есть нафиг нам это не надо. Так вот, я думаю, стоит сносить это поселение или нет. Так. По идее, можно сюда ткани поставлять. По-моему, они все уже заняты. Ну ладно, пока пускай будет. Так, все эти неприбыльные предприятия мы остановили, нерентабельные. Вернемся в игру. Так, так, мастерскую инструментов-то я запустил? Да, запустил. Так, и теперь начинаем готовиться к поставкам украшений. А, ювелирная мастерская. Теперь туда нужно поставить джемчуг. Так, что у нас? Ага, спрос на все товары возрос. Сразу нападает на реген. Урок. А где такой регион? Не видать. Так, ладно. Месопотамия. Начинаем маршрут прокладывать. Значит, восточный Домун. Берем жемчуг. Везем в Южную Арату. Южная Арата. Эй. Добавить ринг. Так. Вот тупое создание. Что за фигня, а? Берешь восточным думал не эту фигню. Лошадь. Добавить рынок. С Южная Арата. Так, везешь сюда это. Закупаешь.
вот это. И везешь все это. Где наша столица? Вот сюда. И сюда все это везешь. Пишем. Серебро. Так. Теперь торговец нужен. Так, вот он ты. И где у нас там торговцы-то? Вот маршрут не задан. Серебро. Ехай давай. Так, ну это недолго, пока он там... Ой, вернулся не туда опять. Начнет возить туда-сюда. Технология рынок. У нас деньгов не хватает пока на эту технологию. Обработка бронзы, выпуска золота, боевое искусство. Так. Казармы. Которые повышают потребление там ресурсов всяких. Так, что он там потребляет? Льняная ткань, бронзовые стрелы. Ага. Средств не хватает. Так. Употребление возрастет. Видимо, тут даже производство стрел. Ага. Народ исчез, как только стрелы перестали производить. В принципе, если тут появится народ, можно здесь казарму построить. Они стрелы будут поглощать. Так, казармы. Интересно, а мы еще одни можем построить? Нельзя. Так, ну цены на льняную ткань должны возрасти. Да и на бронзовые стрелы тоже. Так, у нас тут стрелы пока не появились еще. Ай, он их еще не достроил. А, ему овощи нужны. Уж понятно. Идея со стрелами проваливается. Снесем все нафиг. А, и снести нельзя. Ладно, остановим тогда производство. Так, у нас олово, медь и серебро. Все в одной куче, смотрите. Мастерская стрельника, вот она. Приобрести, да. Сюда нужно дерево завозить. Дерево, в принципе, можно завести отсюда. Везем сюда дерево. Забираем стрелы и столицу. Угу. Так и сделаем. Сделаем так. Так. Вот сюда все это дело пока везется. Так. Дерево, дерево. Так, значит, новый такой маршрут опять. Ой, со стрелами там уже ничего нету. Так. Так, значит, берем дерево. Нас. Берешь дерево, везешь. Ага. А мы тут станцию забыли построить. Значит, вон там. Так, 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 так. Стрела. Берет дерево. Так. Дерево везет.
Восточный Наушара. Да что ты, листайся. Блин, с простой Наушары. Блин, когда много всяких этих точек управления начинается, сложновато. Восточный Наушара везет. Здесь забирает стрелы, которые он везет в столицу. Вот. Свободных торговцев нету, все заняты. Вот армейский подряд. Инструкция. Стрела, стрела. Отправить. Давайте последим, что у нас из этого вышло. Так, где там у нас есть? Эй. Ага, вот он бежит. Гильгамеш. Нет, это не он. Надо дорогу тут проложить. А то непорядок какой-то. Вот, стоять. Ага, взял дерево. Вот, тут у меня дерево купили. Но тут нет бронзы. Все для бронзы производится. И олово, и медь. Самой бронзы нету. Плавильня. И так, еще одна мастерская стрельника. Так, все, сейчас появится. Бронза. Так. Он закупился стрелами, которые везет в столицу. Так. О, прибыль пошла, хорошая прибыль. Бронзовые мечи. Так, нам рыбы эти самые изучить надо. Хранилище зерна позволяет строить элеватор, увеличить таким образом спрос на ячмень. Так, спрос на ячмень вырастет, соответственно. Так, это торговец, который возит ячмень, будет получать больше денег. Отлично. А, более крупные торговые точки, но они нам пока не нужны. Конечно, транспорт, телеги, обработка бронзы, кузница, бронзовые мечи. Да, бронзовые мечи сейчас идут довольно дорого. День там есть. Так что можно поискать. А, бронза, бронза. Медь. Медь и олово. Что у нас олова мало. Давайте мы, наверное, из Агроса все это будем привозить. Тут и олова много. И меди дофигища. Так. Бронзовые слитки у нас не производятся. О, понятно, меди нет. Давайте поищем. Где-то тут рядом, где они совпадают. Вот медь, олово и плавильни заодно. Так, рынки. Так, приобрести. Так. Ну, сейчас начнется производство этого всего. Производители. Кузница. Да. Начнут производить мечи.
Ключи. Нам бы дорогу еще тут проложить как-нибудь. Станцию воткнем. Начинает производиться. Создаем новый маршрут. Так. Мечи, мечи, мечи. ТП, где-то ТП. ТП, вот. Закупишь мечи и столицу. Сохранить. Поскольку мечей здесь пока не хватает. На рынке. Мы не будем пока ничего делать. Потому что нам не хватает меди. Можно отсюда медь, конечно, поставлять сюда. Так. Вот, допустим, из города. Он идет сюда, забирает медь. Медь везет сюда, потому что ты... все равно не хватает. Давайте-ка подредактируем. Так, рынок. Лавка. Так, дорожки, дорожки. Так, и торговый. Ой, не то. Ну-ка, если рынок приобрести. А рынок все равно не охватывает это все дело. А, ладно, потом ставим станцию. Пошло производство меди. Чуть-чуть изменим настройки. Где там у нас мечи? Сначала ты ешь западную фигурину. Так, ну-ка иди сюда. Западная. Ты пехисар. Берешь тут медь. Едешь просто в Тепехисару. Чуть не листается, зараза, мышкой, ой, колесиком. Здесь берешь мечи. Уже после этого едешь в столицу. Вот и все. А, теперь нанимаем торговца. Инструкцию для него мечи отправить. Все. С этим разобрались. Выплавка золота. А, еще можем производить золотые изделия. Так. Так, что у нас тут? Мечи нужны. Замечательно, уже человек ушел. Золотые ювелирные изделия. Хватает только их. У нас тут золото есть. Тут золотишко что-то не видать. Ой. Значит, придется им без золота обходить. Давайте денег чуть поднакопим. Посмотрим, как город расширить. Вот. Еще ячменя привозить, что ли? Да, по-моему, так. Где он тут ячмень-то? Привозит отсюда все, что имеется. Топоры у нас тоже производятся.
инструменты. Прилично так денег зарабатывается. Ну, тут город не появился в этот раз, потому что нифига не производится. Список торговцев. Все денежку производят. Кроме того, который мечи везет. Сейчас посмотрим. Ну чем ты торгуешь? А вот. Забрал мечи. Так, везем. Так. Мимо медных рудников. Так, этот поехал в Египет. Так. Сейчас денег накопится, и, наверное, можно будет золотые все-таки вещи начать изготавливать. Или города улучшить. О, сразу денег 4000 почти заработал. Рангпур. Небольшое селение. О, а у нас игра закончена. Алибабат. 36 тысяч очков заработали. Ну, вполне нормально. Слушай, на этом серию закончим. В следующем у нас что будет? В следующем перейдем к берегам Нила уже. Слушай. Всем пока. До новых встреч.